Всем привет, друзья! Многие из вас, наверное, уже поняли из названия видео, о какой педали пойдет речь. И тут, конечно же, у вас возникает вопрос. Это что такое, бля? Я бы прикинулся дурачком и ответил вам. Пианино! Ну можно молотушком! Тук-тук-тук! Потому что я понимаю, что только ленивый не говорил про Биг Маф и его роль в построении тона Дэвида Гилмора. Но я наоборот хочу сказать, что не стоит ломиться в магазин за Биг Мафом и покупать его в надежде, что он является ключом к построению тона Гилмора. Не нужен тебе Биг Маф. Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Почему не нужен Маф? Потому что в цепи для тона Гилмора обязательно после Мафа стоит овердрайв в качестве фильтра с убранным уровнем гейна практически в ноль. Едкое острое звучание Мафа сглаживается и бустится серединка, за счет чего гитара звучит объемно и певуче. То есть, по сути, Гилмор добивался звучания обычного дисторшена. Сейчас вы услышите разницу, когда звучит один Маф и когда сигнал Мафа пропущен через овердрайв. Но перед тем, как поставить вам фрагмент Маф плюс овердрайв, хочу опередить ваш вопрос. А это что такое? Потому что вы услышите этот хорус фленджер звучания гитары. Да и тут нужно мне обязательно сказать. Так говори. А я говорю. Что действительно связка Мафа и грелки отправляется в педаль фленджера с минимальным уровнем эффекта. Но сегодня не о фленджере, так что пока поверьте, что так надо. Слушаем. Of course, mama's gonna help build the wall. Ну и как итог можно сказать, что для лид-тона Гилмора не обязательно городить шумную длинную цепочку из педалей исказителей. Достаточно иметь в арсенале педаль классического дисторшена, типа крысы или рыжего из Босс. Они справятся, не сомневайтесь. А теперь такое легкое отступление от темы звучания Гилмора. Просто хочу поделиться с вами, какое применение Мафу я нашел лично для себя. Мне очень нравится это по-настоящему огненное звучание Мафа с этим фирменным хрустом. В этой небольшой коробочке живет целый пожар. И по моему мнению, современному блюзмену, продавшему душу за свой талант, просто необходим такой гитарный эффект в арсенале, чтобы делать криповое музло с низким 808 басом и наворачивать глич соло. Ну типа этого. Ну а с вас лайк, подписка, коммент. Пока.